1340 опыта, что? Рамка! Рамка! Новая рамка! Что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня ваша самая любимая рубрика под названием «Что же я получу за 1000 килов в режиме командный бой?» Я решил, ребята, проверить именно этот режим, потому что мне уже не один раз говорили то, что с этого режима очень большой шанс, то, что может выпасть какой-то скин из Nameless коллекции. Поэтому прожмите лайкусик, если вы ждали эту рубрику. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем! Ребята, чтобы понимали, на съемке этого видео я потрачу очень много времени. Больше 3 часов времени, потому что нас прямо сейчас 50 человек в Дискорде. И я знаю, что мы все равно друг друга не снайпим, но мы попробуем. Ну что же, регион Индия, самый сожопный регион в мире выбрали. На счет 3 нажимаем кнопочку «Играть». 1, 2, 3. Что, ребята, все нажали «Играть», все нажали «Играть». 5 minutes later. Я очень надеюсь, что именно в этой катке будут мои подписчики. Ну, как я понимаю, это не подписчики, да? Захар Про, Баха 16, ВК 8339. Вы подписчики? А, я понял. Вместо 1000 слов. Опять попались не подписчики. Мы снова пересоздаем. Короче, ребята, вот вроде бы мы заснайпились. То есть тут сейчас в наблюдателях сидят все мои подписчики. Но тут есть какие-то 2 говнюка, которые не хотят выходить. Я уже жду 3-ю катку подряд. Они играют, 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 играют. Но они никак не хотят выйти. Чуваки, если вы смотрите это видео, выйдите, пожалуйста. Ох, ребята, как же это сложно, вы даже не представляете. 5 minutes later. Ребята, вы не поверите, я уже заснайпил катку, но тут есть один тип неадекватный. Я его прошу, брат, пожалуйста, выйди. И как только он выйдет, то сейчас с наблюдателей зайдут мои подписчики. Но он не хочет выходить, понимаете, в чем прикол? Блин, чувак. Вот если кто-то знает, или мало ли, это ваш одноклассник, передайте ему, что он тупо падаль. По-нормальному попросил, говорю, братишка, выйди. И он тупо не хочет выходить, пацаны. Ну просто неадекватный человек, очень обидно. О, спустя 3 минуты он написал привет, напишу. Бро, выйди, блин, с игры. Я снимаю видео. Мне очень надо. Если он прямо сейчас выйдет, то у нас все получится, братик, давай. Погодь, не могу. Ребята, не может быть, мы заснайпились, это нереально. Мы это сделали! Мы это сделали! Так, ребята, в чем же суть видео? Рассказываю еще раз для моих подписчиков, которые сидят в Дискорде. Вы просто с ножом подбегаете ко мне, я вас мочу, и все максимально просто. Я фармлю максимальное количество киллов, и я очень сильно надеюсь, что я получаю скин из Nameless коллекции. Просто все максимально быстро бежим ко мне, ребята, максимально быстро, максимально быстро. Я возле елки. На, маслина, на! Ой, лучше, ой, лучше! Ребята, я не верю своим глазам, то, что все выходит, все выходит. И знаете, что я придумал? Вначале я буду пробовать, от первой каточки, я буду пробовать мочить всех с АКР-12. Потом, после этого, я все буду пробовать мочить с ножа. Потом, после этого, буду пробовать всех, например, мочить в голову только. Ваша задача крайне проста, подошли и замерли. Ой, красавчики, ой, красавчики, прикиньте, я играю в 14 кд, максимально быстро, ребята. Кто последний, тот грибожуй. Давайте, давайте, давайте. Ой, умнички, умнички. Просто я обращаюсь к всем ГТшникам. Пацаны, знаете, вы самые крутые подписчики в мире. Я очень сильно рад, то, что, ребята, все выходит, блин. Так, братик, чики бомбони. Свалил! Дорогулечки, ТМ. Ну, брат, ну свалил, ну что ты перед экраном бегаешь? Ну, ёпсель-мопсель. Блин, я люблю такие подписчики, вот бывают. Вот, наверное, в каждый раз, когда я снимаю видео, бывают такие подписчики, которые бегают перед экраном. Но если вы, ребята, хотите тоже сняться видеоролики, обязательно подписывайтесь на мой телеграмчик, потому что именно там я набираю актеров. Вы даже не представляете, насколько же я рад, что у меня все получилось. Ребят, бежим, 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 бежим. Так, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, нравится ли вам подобная рубрика, потому что эти рубрики очень хорошо залетают у меня на канале. Я с радостью сниму для вас еще что-то, но я скажу честно, это очень-очень сложно. 2,5 минуты, ребят, осталось, уже прошла половина времени. Так, а где все? Где остальные КТшники? Ребят, да, подошел и замер. То есть, ребят, самое главное, чтобы вы не двигались. То есть, вы должны подойти и просто-напросто замереть. И самое интересное, посмотрите, у моих тиммейтов по 0 киллов. Я очень сильно надеюсь, что никакая там античит-система меня не забанит, потому что я не хочу бан. Я ничем не виноват. Уважаемые разработчики, если вы меня забаните, то знайте, вы пепоеды и грибонюхи.
Так, ну что, осталось 2 минуты времени, у меня 71 килл. Мне очень интересно, смогу ли я сделать, ну, хотя бы киллов так 150. Так, пацаны, сюда, сюда, девочки, мальчики, сюда, дарбулечки, это моя. Ой, хорошо, да как, 110 килловой, емба. 113 килов, ребята! Киберспорт, это моя жизнь! Так, чуть-чуть бомбони, брат. Он потерялся. 25 секунд, быстрее, бежим, 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 быстрее, 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 быстрее. Давайте, ребят, давайте, 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 давайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Максимально быстро, мужики. Мы это сделаем, давайте, братва. Я вас верю, я вас верю. Давайте, опа, ой-ой, хорошо-то как, 128 кило. Так, брат, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Дорогулечки, ты моя. 8, 7, 6, быстрее ко мне все бежим. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Давай, 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 родной, давай, давай, 150 кило. Ай, 150 не добили, у нас 134 кило. 134 кд. Что же я прямо сейчас получу? Мне очень интересно посмотреть. А ну-ка, а ну-ка. 1340 опыта, что? Рамка, рамка, новая рамка, что? Спустя 2 часа мы обратно заснайпились. Все заходим, все заходим, братва, активнее, 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 активнее. Да! Это нечто нереальное. У нас есть... Кто? 10-й не зашел. Фу, все, 10-й зашел. Все идеально. Я бегу уже к вам с керамитом Gold. Прямо сейчас мы узнаем, что же я получу, если я сделаю миллиард килов с керамита Gold. Быстрее все ко мне. Подошли, замерли, подошли, замерли. Ой-ой-ой-ой. Давай, дарвулечки, ты моя. Братва, подошли, замерли. Братик, ну что ты стоишь? Ну ёперный болец. Подошел, замер. Подошел, замер. Прямо перед экраном, ребят, максимально быстро. Кто будет лучше всех мне помогать, тот получает на халяву промик. Умнички, умнички. Только сказал про промик. Начали, начали помогать. Слушай, кто такой дерганный, чувак? Ну, пожалуйста. Реймонд, ну ты прикалываешься. Замри, замри, замри. Все бежим ко мне. По мне не стреляем. Ну зачем, ребят? Ну я попросил. Ребята же понимали, такие видео снимать очень тяжело. Знаете почему? Потому что очень много руинеров, даже среди моих же подписчиков. Вот, например, я говорю, подойди и не двигайся. Реймонд специально мне мешает. Реймонд, братик, ну с тобой мы видео снимать больше не будем. Че у меня так мало килов? 20-30 килов всего лишь, ребят, вы че? Я хочу, между прочим, получить, не знаю, хочу получить какую-то крутую аркану. Так, пацаны, давайте, 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 давайте. А то, пацаны, выберу аркану, с вами не поделюсь. Так, чики бомбони стоит, буду вообще АФК. Понял, принял. Так, брата, подошли и замерли. Так, Евгений Д11 свалил. Максимально аккуратно. Все просто подбираем ко мне. И прямо сейчас мы узнаем, что же я получу. Экраном не двигаем, просто как боты. Подошли и замерли. Осталась 1 минута времени. У меня 95 килов. И из-за того, что один человек стоит АФК, я максимально много килов не сделаю. Брат, шутите с нервами. Я же по ней попасть даже не могу. Давай, родной, не надо, не надо, не надо так делать. Ой, пацаны, идеальненько, идеальненько, идеальненько. Опа, 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 Америка, Европа, Азия, Евразия. А у кого-то будет сегодня рамочка. Надеюсь, рамочка будет у меня. 10, 9, давайте, 130 кило, максимально быстро, максимально, максимально, максимально. Чувак, ко мне беги, рябожой вонючий. Ой, хорошо-то как, давай, давай. 3, 2, 1, и... 129 очков. Так, ребята, что же мы прямо сейчас получим? Мне очень интересно, надеюсь, это будет какая-то дорогая аркана. И... 1300 опыта, и... И... Давай, 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 давай. Я получил 50 монет, и все! Чё? Так, ребята, прямо сейчас я пробую сделать рекорд. Я беру М60, бегу к ним на базу, пацаны. Получайте на! Быстрее, быстрее, максимально быстро. Все бежим ко мне, братва. Прямо сейчас я попробую нафармить максимальное количество киллов. Давайте просто бежим, 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 ребят. Прямо сейчас мы должны сделать рекорд. Я в вас верю. Мы должны сделать рекорд. Давай, братик. Ой, у меня перезарядка. Как же, какая же долгая перезарядка. Блин, ребят, походу я зря взял этот пулемет. Драгоценные секунды теряю. Сюда. Ой, хорошо. Так как, просто все красавочки. Осталось половина времени, ребят, пока что идем на рекорд. Осталось половина времени. У нас уже 77 килов, лучшие. Так, не прыгаем, братва, пожалуйста, не прыгайте. Давайте, ой, красавчики, ой, красавчики. Так какие, ахаха. 5 минут later. Быстрее, активнее, активнее, активнее. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Давайте, давайте, и после этого все бежим, все в ряд стали. Давайте, мужики, лучшие. Давайте, все бежим, 176, давайте, 180, давайте, 180, давайте, 3, 2, 1, и... Мы это сделали! 180 килов, красавчики! Да, 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 да.
180 кд. Что же мы прям сейчас получим? Давайте смотреть. Надеюсь, там будет что-то крутое. Что? Это... Стоп, это за 180 кг получил всего лишь это? Чего? А что так мало? А что так мало? Ну, если вам понравилось подобное видео, обязательно прожмите лайкосик. Обязательно подпишитесь на мой канал. Не забудьте подписаться на мой телеграмчик, там будут халявные промики.